Прошла неделя, как вывелись голубята, еще слепые. Слепые. И она уже все опять, вот, пожалуйста, это она бегает вокруг его. Теперь занос его. Все топтать, уже гнездо готовит, и все. А тут еще слепой. То есть ребенок еще в люльке. Она уже заново начинает. Вот плодливая птичка. И села, легла. Все. Все оплодотворил. Теперь полетела. Мне надо сейчас все это, чтобы семя протолкнуть. Пошла бегать. Вот она где. Неделя, буквально неделя прошла только. Слепыш лежит, еще даже не смотрит. Глаза еще не открылись. Они рождаются слепые. Все, она уже вовсю готова начать новое гнездо. И так вот она сделает 5 выводков за лето. Их миллионы приносили в жертву голубиных птенцов. Такой был закон. Вот поели. Все у них тут еще было поесть. Вот напились под тазик воды. Тут я загораживаю. Вот в этой загородке насыпляю пшеницу. Дробленый лущеный горох. И семечки. И рядом прям тут же вода. Вот так вот обгородил брусочками маленькими. Ну, 5 сантиметров может быть. Нет, меньше высотой. Вот она сейчас заглядывает. Ей надо, им попасть надо туда. Сейчас я открою. Откроют они, сели на свою вот эту решеточку. Я должен поднять сейчас. Сейчас я подниму. Ну, подошел я на полметра уже ближе. Сейчас я ее поднимаю. Вот так. Сейчас они залетят туда. Ну, я думаю, что она залетит, а он нет. Даже можно посмотреть, как он выглядит. Вот он лежит. Вот, сказал, глаза чуть-чуть приоткрываются только еще. Вот он в руке сидит, какой пузырек. Глаза-то еще не смотрят, считай, слепой слепыш. Но у меня голуби дикие, я сейчас отдаю им предпочтение. Потому что наблюдаешь, что у них в природе положено, а не то, что человек им дал. Вот так, отошел. Сейчас она залетит туда к нему, кормить начнет. Вот она сверху смотрит. Могу даже взять фонарик на всякий случай, чтобы засветить, когда она полетит туда. Она сейчас полетит обязательно. Подальше которая, вот это она самочка, голубка, это голубь, самец. Вот, все. Вот она сейчас будет туда прыгать. Забилась вот в эту щель. Я на нее смотрю, на ноге у нее вот эта красненькая материя. Когда если улетят где-то, видно было, что Игорь приехал, там голуби пшеницу ему гадят. И, ну и взял ружье и пострелять там мешает. И убил, когда Лена увидела, говорит, так она ноге-то красная. У меня это кольцовка такая из материи. Приехал, просит прощения. Я говорю, я из города привез, а ты мне что сделал-то? Я люблю их, это сизари. А там по другие, это породистые, турмы там разные есть. Вот сидит, я стою здесь, сейчас ей слишком близко, могу помешать. Чуть-чуть отшатнусь назад, полшага хотя бы.
Вот так. Все, она сейчас должна прыгнуть туда. Я фонариком подсвечиваю. Замерла буквально. Автоматически мигает. Ну что, придется подождать. Долго она сидеть не будет. Она чувствует, он там ворочается, его кормить надо. Это кормящая мамка. А он там сидит один. Ну давай, давай, гуля, 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 она знает. Гуля, гуля, гуля. Может и повернуть назад, вылететь. Гуля, 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 гуля. Белая вот эта нос, где у ней клюв в голове, восковка называется. Привыкли, рядышком находятся. Совершенно дикие голуби, дикари называются. Ну, они живут среди людей, ну, нищие голуби так. Кто кого перестоит. Еще шаг отойду. Ну вот, дальше некуда мне идти. Уже 2 метра отошел. Самая глупая птица. И в то же голубь мира считается. И тот из птиц, избранница Божия, как Третья книга Ездры говорит, Ездры пророк. Из всех птиц избрал голубицу. Поет голубица, моя голубица. Из всех животных овцу. Только овцу. Какие бы ни были другие животные, избрал Бог овцу. Сколько городов в мире есть? Вот она пошла. Вот он, слепышок. Она рядом, вот она сидит у меня. О, маленький какой сидит. Ну, до него 40 сантиметров. А, до нее вот она сидит, 20 сантиметров. Тут вот моя рука, рядом фонарик светит прямо у нее на затылке. И дальше не идет. Вот она где. Как-то на меня напали тут. Даже что о буддистах сказал, что это сатаны учение. А я перепечатал просто статью. Покровитель. Там, дореволюционный журнал еще. Архиепископ. Кажется, Владимирский Сергий написал статью. Забунтовали. Да как так? У них там все такое. Зачем же Гиммлер Генрих туда экспедиции слал, Гитлер? С ними связь, Махатмы. Все одно. Из одного мешка враг вышел. Мулдашев профессор много об этом пишет. Не понравилось, что я... А я ничего и не сказал. Ну так. Ну ладно, иди, иди. Иди, ступай. Ступай. О, как задеть нельзя. Ну-ну-ну-ну. Ой-ой-ой, поднялась, какую страсть. Вот так. Давай. Ударила как по фонарику. Ладно.